Всем привет, с вами Демон Сталкер, и это Ark Survival Evolved. Как вы заметили, мы начинаем новое выживание на неофициальном PvP сервере, русском сервере, где тайм, ну, все по X10. Мы не обращайте внимания на надпись «Вас убила манта уровня 100». Это был предыдущий персонаж, который я случайно создал. А теперь я создаю нового выжившего. И мы начинаем играть. Надеюсь, мы встретим своих товарищей и поначалу не нарвемся на каких-то бомжей, которые смогут нас атаковать. Так, ну, во-первых, вес. Так, для начала чего нам надо? Топор. Ну ладно, одежда тоже, в принципе, надо. А, костер. Ну сейчас мы быстренько это сделаем. Сейчас быстренько соберем. Так, ну урон тоже надо. Как же без урона? Так. Ну и надо, да, прокачивать. Так, и давайте посмотрим, можем мы сделать. Что мы можем сделать? Кирку. Давно так не играл. А тем более не начинал заново. У нас сейчас ночь. Опа-на. Фу, я аж испугался. Ой, сейчас где-нибудь здесь ночь, когда переживем. Так.
дубинку тоже надо прокачаем. Так, прокачаем рогатку. И вот следующий будет дверь прокачивать. Так, где-то додошки есть надо. Так, у нас есть кожа. Так, надо скрафтить костер. Ага. Нам не хватает. Отлично, теперь все хватает. Так, и топор нам надо, топор. И копье, чтобы мы хотя бы защищаться мы смогли. Так. Ну, во-первых, дверь. И... Ну, пока ничего не будем. А, спальник, да, да, спальник надо. Так. А, расставим сразу же ягоды. Как мы обычно всегда делали. Это выбросить. Так. Что здесь светлая ночь, что ли? И пускай мясо жарится. Так, посмотрим время. Так, 4:30. Ну и правда, ночь, наверное, быстрее длится здесь. Уже считаю утро. Так, я перезагрузился. У меня перегруз. Надо хотя бы что-то избавиться. И мясо на шестерку, как обычно. Так. Не, там броня. Сколько еще надо? Еще чуть-чуть. Чуть-чуть покушаем.
Вот так. Уже 9 уровень. Так, немножко подождем. 14 градусов. Можно отправляться. Так, посмотрим, чей этот. Так. Еще копье создадим. Факел, ну, пускай будет. Мало ночью, где будем брать здесь. Ну ладно, сколько пожарился, сколько пожарился. Возьмем с собой. И пойдем. Наверх, вглубь острова. Так, ну это вроде. Кто-то строится здесь наверху. Посмотрим координаты. Мне нам надо как-то дальше. Когда, может быть, по берегу вплавь, пока не рисковать. Пираньи нету. Ну, вроде здесь нет. Конечно, рискованно тоже плыть. Неизвестно, кого нарвешься. Причем давно не играл. Кто там всякие всякие скаты. Новое создание, еще кто-то.
пиранья. Вот я и говорил. Ах ты, 116-е. Опасно было плыть. А, мы возродились только на другой стороне. Ну, за трупами я не знаю, не рискую. Там если это плавает. Не. Опять. Черт, у нас здесь мега пираньи есть, ну. Так. Вот трачу и дальше, и дальше. Нас отбрасывает, он. Новый зверек. Так, ну здоровье когда. Что, надо наркотики? Ступка. Ящик, конечно. Поставь кровать в следующий раз. Значит, здесь тоже водятся они редко, конечно. Ну, кто знал. Значит, надо было первым желанием идти через лес. Так, что для валов на вал? Берем ягод хотя бы, чтобы еда была.
Вот, отлично. 14 штук. Может, меньше будет, потому что... А здесь рапторы где-то бегали. Так. Да, кожаный еще далековат. Вот это да, надо. Дурдюк с водой. Надо было там постелить что-нибудь. Так. О, я даже не оделся.
Так. Значит. Пожарю мясо, пока постою. Так. О. Пойду я его куда-нибудь спрячу. Ну, мало кто нападет, чтоб я мог быстро возродиться. Поначалу всегда трудно выживать. Ну, мы с вами опытные ребята, так что выживем. Главное добраться до товарищей. Так, повыкидываем всякую. Вот там рапорт, как я говорил.
Все, можно по горам, может быть. Сырая рыба. Интересно, ну что-то новенькое добавили. Надеюсь, я переплыву. Интересно, так. Чего нам не хватает? Вот теперь на этой стороне у нас есть. А, у меня же здесь был. Ну ладно. Будет два. Я пока поставлю на паузу, чтобы пожарить. А потом мы вернемся. И мы направляемся все-таки по берегу. В поисках своих друзей. То ли он застрял, блин. Скорее всего. Так, а что мне надо для... А там что, пулемет стоит? Ого. Х.
хорошо заметил. Здорово обустроились. Так. Надеюсь, ты один был. Что-то с деревьями. Так. Ну еще далеко.
А у меня в ушах такие шорохи, как будто что-то крупное сюда приближалось. Так, сколько времени? 3 часа. Ну, я пережду туман и там продолжим. И туман прошел, мы продолжаем. Так, нам надо сделать спальник. Для этого... Кто здесь? Так, сделаем спальник. Так. Положим его здесь, чтобы хотя бы мы могли бы возродиться. Также поставим ящик. Запросим часть. Тоже можно сбросить. Хотя лапу возьмем. И кожу да сбросил. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Еще здесь костер есть. Хищника, по идее, не должно быть. Здесь травоядные. Так, смотрим карту. Ну да, далековато. Бежать.
Непонятно, далеко или ушел. Ощущение складывается, что я вообще еще дальше ухожу, чем хотел. Просто мне эти две точки смещают. Так, если речка туда. Да, ну это долго будет, очень долго будет. Тогда я на этом серию закончу. Просто долго буду я искать, очень долго. Значит, мне надо туда, наверное. Куда-то в сторону. Ладно, всем спасибо. Ставьте лайки, если вам понравилось. Новенький. Подписывайтесь на канал. Всем пока!